Наша любимая доченька, поздравляем тебя с днем рождения. 20 лет назад ты своим рождением украсила нашу жизнь. Когда тебе не было и 2 лет, ты, моя маленькая пивунья, напевала песни из красной шапочки, а также пела песни на английском языке, которую слушала. Я даже подумать не могла, что это перерастет в твою профессиональную деятельность в дальнейшем. Школьная жизнь была достаточно интересной и веселой. Многочисленные выступления, конкурсы, музыкальные постановки скрепили ваш дружный класс. Вокруг тебя были замечательные педагоги. Вокальные занятия в тонике, в лире. Также активное участие в детской английской организации «Парус», поездка в «Артек», новые друзья. А это 2020 год. И действительно, нужно мечтать и верить, что желания исполняются. Онлайн-формат выступления перед жюри, затем подпольный последний звонок. Даже показ мод выпускных платьев из простыней с ленточками девочки устроили. Вручение красного аттестата и золотой медали. В масках и перчатках, в присутствии нескольких педагогов. И сдача вступительных экзаменов в разные институты в онлайн-формате. И вот ты уже студентка Института искусств города Самары. Ты самостоятельно ведешь свой быт и живешь в другом городе вот уже несколько лет. Участвуешь в разных мероприятиях, концертах. Еще чуть-чуть, и институт останется за плечами. Я очень рада, что рядом с тобой в Самаре есть замечательные педагоги, друзья, что тебе есть у кого перенять профессиональный опыт, что ты живешь творческой жизнью в институте и имеешь возможность выступать на одной сцене со звездами, получать уроки у знаменитых педагогов и мастеров своего дела. Знай, что мы, твоя семья и вся твоя родня, мы все с тобой на одной стороне. Мы рядом. Мы вместе. Мы гордимся тобой. Ты папина и мамина радость. Пускай всегда твои друзья будут верными. Дорожите дружбой на долгие годы. Цените. И знай, что твоя младшая сестренка очень сильно-сильно любит тебя. Мечтай, я верю, что все тобой задуманное обязательно исполнится.